Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодня мы продолжаем разговор о причинах и следствиях детского церебрального паралича. И напомню тем, кто, может быть, не смотрел, что мы в первой лекции коснулись причин возникновения детского церебрального паралича. И сегодня мы с вами продолжим разбор того, что же происходит с детским организмом, ну и как следствие, что делать в этой ситуации. Мы с вами коснулись момента патологии, связанной с процессом беременности. И сегодня мне хотелось бы чуть-чуть подробнее рассказать о процессе родов. Именно чаще всего травма возникает в процессе родов. И здесь надо понимать, что очень важно понять, что эта ситуация может быть самой разнообразной. Она может быть тяжелой, она может быть микроскопической, я имею в виду повреждения. И все это потом скажется на клинике. К сожалению, проявление детского церебрального паралича, клиническая его картина, она проявляется достаточно поздно по возрасту ребенка, то есть не сразу. И родители замечают это тогда, когда ребенок начинает отставать в развитии. И вот здесь довольно часто возникают проблемы, связанные с диагностикой. Если, скажем, в 3-4 месяца родители начинают замечать, что их ребенок, предположим, плохо держит голову, не переворачивается, ну, не выполняет положенные ему по возрасту функции, обращаясь к специалистам соответственным, педиатрам, детским невропатологам, им говорят чаще всего, ну давайте подождем, еще рано, может быть, он вот все начнет позже, в 6 месяцев ничего не происходит, 8 месяцев тоже ребенок не переворачивается, не сидит, видно, что он отстает, и тогда сразу ставится диагноз ДЦП, и все как бы понятно, что уже ничего нельзя сделать. Поэтому мне довелось стоять у истоков ранней разработки, ранней диагностики детского церебрального паралича, а именно, скорее, даже не детского церебрального паралича, а родовой травмы. Причем, давайте сразу определимся, что... Давайте определимся, что родовая травма, она не может не быть тяжелой и может быть микроскопической, и последствия ее могут быть тоже самыми разными. И это надо понимать, что даже если ребенок, скажем, тяжело отстает в физическом развитии, ну, допустим, не сидит, не переворачивается, у него спастика, это тяжелая форма родовой травмы. И если ребенок, скажем, ходит на цыпочках, и ребенок косолапит, или у ребенка X-образные ноги, это тоже следствие родовой травмы. Другое дело, что она выражена минимально. Ну, как вот попросил Давид, поподробнее
до начала 90-х годов как бы никто не обращал особо на это внимания. И так случилось, что в центре... На что именно не обращали внимания? Не обращали внимания на вот такие повреждения. На родовые травмы. То есть считалось, что вот у ребенка вдруг по каким-то причинам там в год выясняется, что он ничего не может, ему ставится диагноз детского церебрального паралича, или что ребенок, скажем, ходит на цыпочках, у него повышенный тонус. Это проблемы, связанные со стопами, с мышцами. То есть надо там делать массаж, надо заниматься лечебной гимнастикой, и ничего страшного, это пройдет, и так далее, и так далее. В начале 90-х годов в Петербурге заработал реабилитационный центр, детская поликлиника, так называемая, совмещенная с реабилитационным центром, который поручили мне возглавить. И случилось так, что мы столкнулись со специалистами, которые изучали повреждения различных участков нервной системы у подростков. В частности, это Казанская клиника неврологии, клиника неврологии Казанского института усовершенствования врачей под руководством профессора Ратнера. И когда он рассказывал о том, что они выяснили, что подростки, страдающие эпилепсией, все имеют повреждения шейного отдела позвоночника в родах, нам стало интересно, а что же происходит с маленькими детьми, с новорожденными, то есть с теми детьми, которые впоследствии в возрасте там 14, 15, 16 лет выдают клинику эпилепсии вдруг ни с того ни с сего, и как при обследовании их выясняется, что у них были повреждения первого-второго шейного позвонка, то есть родовая травма. И вот когда мы стали выяснять эту ситуацию, выяснилось, что никто об этом не знает, что это вообще... Это было самое начало 90-х годов, 91-92 год, что этого никто не знает. И вот благодаря исследованиям специалистов Тюменского медицинского института выяснилось, что можно сделать рентгеновский снимок, при котором видны первый, второй шейный позвонок и их патология. Это снимок, так называемый, через открытый рот. Это была защищена диссертация на кафедре рентгенологии этого института. И наши специалисты, специалисты нашего центра, были командированы туда и изучали, как правильно осуществлять снимки. И вот, когда через несколько месяцев они вернулись, мы начали обследование детей новорожденных, которые поступали в наш центр, ну, только потому, что они территориально там жили. И то, что мы выяснили, и то, что мы опубликовали вот под эгидой Ленинградской педиатрической медицинской академии, в общем-то, произвело совершенно такое неожиданное бомбоподобный эффект. Выяснилось, что после того, как мы проверили статистически достоверное большое количество новорожденных детей, выяснилось, что почти 70% этих детей, а точнее 66,7
новорожденных детей имеют в той или иной степени выраженную родовую травму. И вот тогда, ну, скажем так, разразился большой скандал, и стали требовать доказательств. И вот я сейчас продемонстрирую вам рентгеновские снимки, то есть доказательства патологии тех детей, которые, подчеркиваю, выписаны были из роддома на шестой день с диагнозом «здоров». То есть эти дети, которые выходили здоровыми, и если бы мы не выяснили их патологию, то лечение бы они не получили, и в год им бы был поставлен диагноз детского церебрального паралича достаточно тяжелой формы. Обратите внимание, сейчас мы наведем камеру и постараемся вам показать снимок маленького ребенка, и обратите внимание вот на что. Сейчас я вам покажу, и вы увидите сами. Значит, вот это первый шейный позвонок, это второй шейный позвонок, это третий шейный позвонок. Посмотрите внимательно на, вот идет линия, на разницу щели. Вот эта щель, вот она, меньше, а вот эта щель практически в 3 раза больше. Что это значит? Это значит, что во время родов ребенку, ну, скажем так говоря, открытым языком, ему просто свернули шею, ему ее повернули таким образом, что сустав между первым и вторым шейным позвонком, он практически сломался. Это были искусственные, мы с кесарем были? Нет, это были роды, это было применение рук акушера во время родов, то есть ему просто повернули голову. Причины могут быть разные, и почему это происходит, я расскажу чуть позже. Посмотрите сюда, вот еще раз, это другой ребенок, но тоже выписан с диагнозом «здоров». Вот это первый шейный позвонок, это второй, это третий. На что мы смотрим? Посмотрите щель. Вот эта щель между первым и вторым шейным позвонком, это щель между вторым и третьим и между третьим и четвертым. Как вы видите, вот эти щели одинаковые, а эта щель значительно больше, практически в 2 раза. Что произошло? Произошло, что этому ребенку просто голову почти оторвали. Его потянули за голову, и слабое место, а именно первый и второй шейный позвонок, он просто раздвинулся. То есть это не вывих, как в первом случае, а это просто растяжение между первым и вторым шейным позвонком. Катя, вот такой вопрос возник. Вот такие травмы при родах, они сами потом не исправляются? Нет. Нет, они не исправляются. Такие тяжелые травмы не исправляются, но травмы могут быть легкими. То есть такие повреждения, я вам показал сейчас случаи тяжелые, это, ну, вопиющие случаи, которые приведут однозначно к тяжелым последствиям, к детскому церебральному параличу со всеми его тяжелыми проявлениями, с пастикой, с отставанием. То есть это ребенок не сможет нормально ходить. То есть это ситуация, когда ребенок обречен на инвалидное кресло. Почему это происходит? Сейчас я вам достаточно подробно попытаюсь это объяснить. Я думаю, будет понятно. Прохождение ребенка через родовые пути – это всегда тяжелое напряжение.
и всегда тяжелое испытание для позвоночника ребенка. Он проходит через родовые пути в определенной позе. Да, голова, вот я сейчас эту позу изображу вам, так, голова согнута, и он раскрывает родовые пути матери вот сочленением между двумя теменными и лобной костью, вот этим местом. И он должен идти абсолютно ровно. Ну, представьте себе штангиста, который поднимает штангу с тяжелым весом. Он должен не только обладать физической силой, это вторично, а первично он должен делать это правильно, то есть абсолютно ровно. И тогда сила тяжести распространяется вдоль вертикальной оси. Если штангист при поднятии тяжелого веса чуть-чуть, даже на миллиметр, сдвинет штангу в сторону, штанга его утянет, он не сможет вернуться на исходную позицию. Он ее уронит, и она принесет ему определенное повреждение. При прохождении через родовые пути у ребенка происходит то же самое. Он должен идти абсолютно ровно. Малейший сдвиг его головы влечет за собой патологию самого слабого места. А самое слабое место в этой структуре – это первый, второй шейный позвонок. Они так анатомически устроены, причем не только у детей, у взрослых тоже, но у новорожденного ребенка это еще слабое, потому что оно не сформировалось окончательно. Вот. И само по себе это повреждение, ну, может быть, не явилось бы таким тяжелым, если бы не особенность кровоснабжения коры головного мозга. Дело все в том, что крупные сосуды, я об этом говорил в прошлой лекции, повторюсь, крупные сосуды проходят вдоль, они примыкают плотно к боковым поверхностям первого, второго шейного позвонка. Они через эти позвонки входят в кору головного мозга, а там, распадаясь, кровоснабжают все участки коры. И вот при таком повреждении сосуды пережимаются, и определенным участкам коры не хватает питания. И вот те участки, которые эти питания недополучают, кровоснабжение, я имею в виду питание кровью и лимфой, они начинают страдать. И в дальнейшем те участки, которые, скажем, иннервируют мышцы, или строение, развитие костей, скажем, ног, или стопы и так далее, они начинают страдать, и происходит нарушение. И вот это нарушение потом выявляется клинически в особенностях ребенка. Но если этот участок большой, скажем, отвечающий за возможность ребенка сесть, или возможность ребенка держать голову, или возможность ребенка переворачиваться, то этих проявлений у ребенка не будет. Они не проявятся, и ребенок просто не сможет это сделать. Таким образом возникают тяжелые последствия родовых повреждений. Ну вот на этом одна часть, первая нашего сегодняшнего разговора заканчивается. И через какое-то время мы к вам вернемся с продолжением разговора о причинах детского церебрального паралича. Всего доброго!